Работа закипела. Такое сообщение нам прислал наш мобильный репортер из села Устинкино в Орджоникидзевском районе. Напомним, местная жительница пожаловалась на состояние сельской детской площадки. Тут вообще ничего нет. Чтобы детям покачаться, надо вот на эти железячки сесть. Скамейка, на которой родители, когда приведут своих детей, да, могут посидеть. Песочница. В ней даже нет песка. Совершенно неухоженная площадка, куда дети прибегают. Кто должен за ней следить? Глава администрации. Дети вон у нас сообразительные в деревне живут, похоже. Они просто вставили палки вместо сидушек и качаются. Удобно, мальчишки? Да. Мальчишки придумали. Глава только не придумал. А вот такое видео нам прислали сегодня. Скамейки уже отремонтированы, в песочнице песок, вокруг суетятся рабочие. Мы благодарим администрацию сельского совета за быструю реакцию. Теперь у детей в Устинкино появится достойная детская площадка. Напомним, стать мобильным репортером можете и вы, если есть новость. Номер телефона сейчас на экране. Доступны все мессенджеры. Также оставить сообщение можно на наших страницах в социальных сетях или на сайте vesti-hakasia.rf в разделе «Прислать новость».